подводный мир морей и океанов пока еще поражает наше воображение, но человек, к сожалению, не желает сохранять то, что не совсем понимает. Я не могу представить свою жизнь без океана. Что-то неповторимое, родное влечет меня к нему. Я с наслаждением вдыхаю чистый воздух открытого моря. Я могу часами созерцать поверхность воды. В его водах я чувствую огромную силу. Меня впечатляет его глубина и мощь. Но на самом деле я ничего больше не вижу. Когда-то Земля была одним океаном. Он создал существ, благодаря которым я дышу, и климат, в котором я живу. В океане мы можем найти истоки человеческой истории в 4 миллиарда лет, а на суше всего 400 миллионов лет. В океане я вижу многое, но не вижу главного – единение человека и моря. Наш фильм – это очень скромная попытка показать тебе, мой дорогой зритель, насколько важен и уникален этот огромный и невероятный мир, и он достоин понимания, а это значит сохранение.